сейчас сижу с девушкой, которая, ну, не называется никак по-другому, как супер-дивка. Привет. Привет. Слушай, ты всегда на джеме тусишь. Почему? Дело в том, что джемы проходят в понедельник, а в понедельник нечего делать обычно. А вообще джем на хиба? На хиба джем? На джеме каждый из музыкантов может выразить себя как музыканта. И самое главное, что он может показать не как он это делает, а что он делает, как он говорит, какие слова, какие фразы и тому подобное. Там есть какая-то эротическая фантазия? У меня вокалисты. Я вот обращаю внимание, как человек поет, как у него напрягаются венки. Мне очень нравятся вокалисты, которые поют тяжелую музыку. Вот ты на джеме. На хиба. Тут живая музыка, тут максимум эмоций, тут нереальная вообще аура какая-то. У тебя есть какие-то фантазии эротические, вот характера мужчины с музыкальным инструментом? Ну, я обожаю на самом деле барабанщиков. А, плюс один, я обожаю барабанщиков. Круто. А они же крают лицом, а они танцуют руками и ногами, вот эти все вещи за тяжестью. Это музыкальный инструмент, который у тебя с мужчиной ассоциируется. Я очень люблю барабанщиков. Я тоже. И вот за барабанщиками на данном этапе большинство. Бас-гитара и барабаны – это одно целое. Если клапан не откроется, бас-гитара, то сердце не забьется. Ну и у меня просто тесное общение всегда с барабанщиками. Джем имени тебя. Объясни, расскажи на хиба. Честно говоря, я не напрашивался именно меня, потому что джем не я придумал, его мы уже 100 лет, наверное. Просто это свое комьюнити людей, это клуб, который не имеет стен и крыши. Кого бы ты хотел сюда пригласить, вот если помечтать? Ну, моя попсовая мечта, да, это слэш на джеме. Музыкальных инструментов. Вот какие-то есть, ну не то чтобы эротические фантазии, но предпочтения. Вот я люблю чуваков-барабанщиков, желательно голых. Типа вот что-то такое. Так саксофонист так люблю. За что мы любим женщин? За непредсказуемость. За что мы любим музыку? Я надеюсь, за непредсказуемость. За то, что она рождается прямо здесь. Это раз. А во-вторых, мне кажется, что здесь собираются люди, которые никогда в жизни не тусовали и не будут тусовать. Они сюда приходят за другим. И поэтому здесь не встретишь такого понятия, как автограф или «а давай сфотографируемся». Вот ни разу ко мне не подходил. Ну, встретишь, а давай возьму у тебя интервью. Но это только для тебя. Все, спасибо.